Вот еще один. Что там же поехал раньше? Там поехал. Все, да, устали, мальчика, нормально. Ты немецкий. Кто-то из русским прикладом мне зарядил, ничего не вижу. Так тебе и надо, фашист проклятый. И не признаются вам. Слушай, водитель стрелы за то, что ты им говорил, уйти. Иди сюда. Лиза. Лиза. Нет, не будет. Иди, иди, не будешь стрелять. Лё, иди быстрее. Иди сюда. Быстрее давай. Лиз, давай быстрее. Иди туда. Иди туда. Иди ко мне, давай. Вот накоптили. Реконструкторы показывали практически настоящий бой, в котором стреляли, ходили в атаку, принимали участие танки. Но в итоге, как всегда, наши победили фашистов. Вот, аплодисменты. Ура! За победу! Из лагеря, который здесь прошел на протяжении 10 дней, они тоже участвуют в реконструкции. Давайте тоже их поприветствуем. Славный город. Муром и батальон «Рязань». Спасибо большое их руководителям. И Республика Крым, Нижнегорский район. И тут. Малыевское поселение. Выходи. Вот он тоже. Русский военный. Жители Ковровского района, Коврова, все разные по профессии, по занятиям, но занимаются важным очень делом. Вот это напоминание, которое произошло, у меня самого аж дух захватило. И когда я посмотрел, я, Алексей, должен сказать, я в шоке. Поэтому вам огромное спасибо, ребят. Ирина. Где-то у нас. Вот здесь. Здесь. Выходите. Выходите вместе. Смотрите, выходи. Девчата, они постоянно участвуют во всех событиях с нами. И чтобы вот такое создать, это нужен большой труд, большое терпение, умение, желание и особый, наверное, наш русский патриотизм. Давайте всех всем поаплодируем и скажем большое спасибо. Можно перевернуть мир. Он достал всех. Он достал военных, начальников, подчиненных. Вот, наверное, это так надо. Потому что мы быстро, оперативно иногда поступки не совершаем. И нужны вот такие люди с адреналином. Постоянно беспокойное сердце. Постоянно что-то ему надо. Где-то он движется. Да? Я вам приведу пример. Кто не знает, я вот отдельным рассказывал. Когда городу Коврову присваивалось звание «Город воинской славы», и администрация президента планировала прибыть в город Ковров для того, чтобы проинспектировать город, посмотреть объекты, памятники, все направления, мне позвонили с администрации президента, я тогда был мэром города Коврова, и сказали: «Мы обязательно встретимся с Алексеем Стрижовым, найдите его». Я говорю: «Кто такой?» «У вас, говорит, есть такой человек». Он достал администрацию президента, он их уже убедил. Им сказал: если не присвоите звание Коврову, с вами разговаривать не буду. Поэтому, Алексей, присвоили. Ну, я хотел сказать задникам, которые прибыли как раз вот в эту часть. Именно они своей выдержкой, своим хладнокровием, своим мужеством как раз дали возможность детям нашего лагеря, вот этого, который проводился, идти в будущее. То есть они как раз своей выправкой, своей физической подготовкой дали как раз пример нашим детям, правильно я говорю? Спасибо, ребят, я вас вижу. Вот. И, конечно, хотел детям сказать, детям, которые были в этом лагере: ребята, я надеюсь на то, что вы, посещая такие патриотические мероприятия, такие лагеря, не будете зависеть от внешних обстоятельств. Вы будете всегда иметь свое мнение, твердое свое мнение.
Не будете вот так вот, я вчера сказал одно, завтра другое. Вот. Будете твердо в своих решениях, у вас будут твердые руки, мощное сердце, работоспособное, правильно я говорю? Да, чтобы, точно. Чтобы слушаться и выполнять команды ваших командиров. Ребят, я на вас надеюсь. Ура! Я думаю, что немцев надо отпустить, им переодеться и участвовать в закрытии. Технику надо убрать сейчас. Да, и технику убрать. Алексей, куда ты побежал? Подожди. Ну, немцы уже. Знаете, я думаю, что сегодня все зарядились, и общее настроение такое очень позитивное. Сегодня мы проводим еще на полигоне закрытие. Там, где там будет отдельная экспозиция. Увидите, прощаете все вместе. Еще мы наградим сегодня ребят, наградим ответственных за это мероприятие. А здесь, на этом месте, на нашей святой русской земле, как всегда, было во все времена. Русский солдат идет вперед и побеждает. Поэтому сегодня с Днем Победы всех, с праздником. И я думаю, что наша троекратная, как мы всегда это делаем, благодарная русскому солдату. Два коротких, один раскаристый, с уважением и глубоким чувством патриотизма. Ты четыре! Ура! Ура! Ура!